В Севастопольском зоопарке появился новый питомец. Английский тяжеловоз породы Шайер по кличке Дюк. Его размеры просто поражают. Высота в холке 172 сантиметра, вес 800 килограммов. Чтобы прокормить такое животное, летом необходимо 30 килограммов овса, а зимой все 60. Это еще не самый крупный представитель своего вида. Лошади породы Шайер отличаются высоким ростом, могут достигать более 2 метров в холке, а весом бывают до 1,5 тонн. Их родина Англия. Наш герой, конь Дюк, в Россию прибыл из Германии, а в Севастополь попал из города Иваново. Сейчас у него идет акклиматизация. Весит он меньше обычного, так ему проще пережить жаркое лето. К зиме должен набрать и стать более тонны. Питомцу 17 лет. Дюк в самом расцвете сил. Представители его вида живут около 35 лет. На ногах у коня белые кисточки, так называемые чулки. Это особенность породы Шайер. Чтобы они были пышными, их необходимо хотя бы раз в 2 дня мыть шампунем. Щетки у него сейчас на данный момент это летние. Зимой они еще будут пышнее, еще больше, еще длиннее. Окрас у него очень оригинальный. У него вон какие гольфы, вот, беленькие. И цвет у него тоже называется сабина. Это выведенная порода, это каретная порода. Это их запрягают по 4, по 6 штук, и они тянут большие, красивые, нарядные кареты. Каждый вечер Дюка выводят на прогулку, дают ему небольшую физическую нагрузку, чтобы он размялся. Это улучшает аппетит и настроение животного. Ежедневно конь съедает около 30 килограммов овса. В рацион входят и другие злаки, а также овощи и фрукты. Характер у Дюка спокойный, покладистый. Он, можно даже сказать, дрессированный. Очень добрый. Очень любит детей, никогда не укусит, никогда не ударит. Если попросить ногу, он даст ножку. Ножку дай. Что переднюю ножку он дает, без проблем, что заднюю. И когда его куют или расчищают, он, в принципе, держит ножку сам. Вот. Хотя сама кость, ну, сама нога тяжелая, но он придерживает. Он не вырывает, не выдергивает и ждет до тех пор, пока ему не сделают педикюр и не отпустят ногу. Сегодня английский тяжеловоз Дюк – единственный представитель своего вида в Крыму. И встретить его можно только в Севастопольском зоопарке. По всей России лошадей такой породы около 100 голов. Уникальное животное, которое никого не оставляет равнодушным. Я очень люблю лошадок. Я давала ей морковку. Она такая большая, она мне очень понравилась. Мы в течение 4 лет посещаем Севастополь как гости. Приезжаем сюда в гости, отдыхаем и обязательно в порядке сюда приходим в зоопарк. Радуют все животные, что-то новенькое появляется. В прошлом году мы приезжали, были сурикатики маленькие, а в этом году уже большие. Вот. Появился новый конь, тяжеловес, красавец. Посмотрите, какой он красавец. Английский тяжеловоз Дюк стал соседом нескольких десятков других питомцев. В Севастопольском зоопарке более 30 видов животных. Среди них африканские страусы, индийский дикобраз, лама, львица, макаки, а также множество различных пернатых. Елена Корнухова, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.